Бермудский треугольник. Для выполнения этого фокуса нам понадобится стакан, монета, два листка бумаги формата А4, три фломастера, платок и клей. Вырезаем из одного листка бумаги круг такого же диаметра, как и диаметр стакана. Приклеиваем его к стакану и ставим на целый лист. Мы готовы удивлять. Из фломастеров делаем бермудский треугольник. И предупреждаем всех, что в нем пропадают предметы. Кладем монетку в треугольник, накрываем стакан платком и ставим его на монету. Убираем платок и... О, чудо! Монета исчезла. Чтобы пропажа появилась обратно, необходимо выполнить те же действия, но в обратном порядке. Удачи, волшебники! Радуйте и удивляйте!